Долгожданное открытие обновленного фонтана состоялось в торжественной обстановке совсем недавно, 8 сентября, на День города. Не успели десногорцы насладиться красотой фонтана, как его уже повредили хулиганы. В порче городского имущества подозреваются подростки. Они сознательно нарушили правильную работу фонтана, погнув форсунки – конструктивные элементы системы впрыска, предназначенные для дозированной подачи жидкости. Часть распылителей стали разбрызгивать воду в разные стороны, а некоторые и вовсе перестали работать. К счастью, поломка оказалась незначительной. Сотрудники коммунальных служб оперативно провели восстановительные работы, и фонтан снова заработал, как и положено. Его прочистили, исправили по контуру форсунки, настроили. Помимо этого был установлен новый двигатель, способный за счет своей мощности создавать динамические струи. Главный энергетик службы благоустройства Десногорска Василий Петков выразил надежду, что подобное больше не повторится, ведь фонтан – особый объект в городской черте. Это наше лекарство от стрессов и городской суеты, источник радости и вдохновения. Желательно, чтобы взрослые покрыли палки, чтобы не кидали. Не мусорили, будем так говорить. Фонтан, чтобы не завивался, работал красиво, нормально. В создание фонтана вложено много сил и энергии. Это воплощение труда не одного специалиста, а комплексная работа инженеров, художников и строителей. Нужно бережнее относиться к объектам благоустройства, а также немедленно сообщать о фактах вандализма в полицию. Ведь от этого зависит качество отдыха всех жителей города.